Возле побережья Мексики были замечены самка кита-альбиноса и ее новорожденный детеныш обычной расцветки. По словам специалистов, животные принадлежат к виду серых китов. К слову, биологи встречают эту самку не впервые. 7 лет назад ее видели в этих же водах. Тогда она сама была еще детенышем. За необычную расцветку ей дали имя Галлон молока. К сведению, серые киты обитают в северной части Тихого океана. В феврале млекопитающие собираются в теплых мексиканских заливах для размножения. А в марте самки с детенышами отправляются обратно, на север. Добавлю, что взрослые серые киты достигают длины 15 метров и весят около 35 тонн.